Ну вот я на Гривна. Это Подольский район. И здесь же, прямо вот рядом со станцией, монумент славы памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Ни камню скорби, ни камню славы не заменишь погибшего солдата. Да будет вечная герой их памяти, пусть навеки не смеркнет слава. Ваш подвиг ратные потомки помнят, вам благодарные народы нашей страны великой. 41-45 год. Страшные бои здесь были на подступах к Москве. И здесь, чуть дальше туда, кстати, здесь же в небе Подмосковья, Москвы, совершил свой первый таран летчик-герой Советского Союза, подольчанин Талалихин. Вечная вам память. Ну, а я еще здесь побуду минуток 20, наверное. И потихонечку надо возвращаться домой. Не знаю, как уеду. Думаю, поеду на автобусе на Подольск, а там уже МЦД. Ну, пока.